произошло. Взаимное желание для себя внести одно из наиболее важных принесло потом только любовью, но чувством ответственности за счастье близкого и родного мужа человека. Предгосударственная регистрация брака прошу отвлечься. Является ваше решение быть вместе, добровольно, взаимно и искренне. Прошу ответить вас, Василий Васильевич. Да. Ваш ответ, Анна Филипповна. Да. Взаимное согласие дает мне право зарегистрировать брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта по заключению. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой.